Стали известны 6 мини-футбольных команд, которые примут участие в 7-х спортивных играх народов Якутии. В Якутске завершился чемпионат республики среди команд второй лиги. Путевки в финал завоевали Усть-Алданский, Нерюнгринский, Хангаласский, Намский, Оленевский и Аймяконский улусы. Отмечу, что отбор проходил в этом году из рекордного числа участников. За медали первенства боролись 28 сборных команд. Лидерами по итогам 3 соревновательных дней стали Хангаласский и Усть-Алданский улусы, а победители чемпионата республики названа команда Нерюнгри. Как планировалось, что вот эти команды во второй лиге попадут в финальную часть. Ну, жаль, конечно, что не хорошая команда Амкинского улуса не попала. Так все же хозяева, да. Ну, жребий, как так получилось, что много сильных команд в той группе было, да. Ну и, конечно, порадовало это Аймякон, что редко участвует в республиканских командах, а здесь вот пробился и завоевал путевку, обыграл Чурапчинский улус.